Президентские гранты для НКО начали выдавать в России с 2006 года. В исследовании Центра экономических и политических реформ это связывают со снижением иностранных вливаний в отечественные некоммерческие организации в 2000-х. Изначально распределением грантов занималась только Общественная палата России. Позже на раздачу поставили несколько операторов, а с 2017-го создан фонд президентских грантов, который распределяет деньги между НКО. Президентские гранты призваны помогать в развитии институтам гражданского общества, а заодно усиливать влияние государства на них. С 2013 года активными грантополучателями стали организации, преимущественно работающие в одном курсе с властью. И это касается не только правозащитников. Гранты начали все чаще выдавать патриотическим и спортивным НКО. За время существования президентских грантов Русская Православная Церковь и ее структуры получили по этой системе сотни миллионов рублей. Иногда гранты направлялись весьма неформальным, но неизменно патриотическим организациям. Например, байк-клубу «Ночные волки». С 2013 по 2015 год мотоциклисты получили господдержку почти на 73 миллиона рублей. В 2017 байкеры остались без грантов. В этом году деньги были распределены между казачьими структурами, спортивными и добровольческими организациями. Свои гранты получили и религиозные НКО, а также проекты для семей и инвалидов.